встречаются команды «Металлург Выкса» и «Премьер-лига город Кстово». Прослушайте составы играющих команд. Наши гости, футболисты из города Кстово, играют в красных цветах и вышли на матч в таком составе. Ворота защищает Олег Птицын, номер первый. Номер 10 – Иван Бабинов. Номер 22 – Андрей Тошнолобов. Номер 15 – Егор Буданов. Номер 13 – Владислав Чирков. Номер 21 – Антон Добровольский, капитан команды. Номер 4 – Сергей Шишкин. Номер 7 – Александр Шурыгин. Номер 18 – Евгений Рыжов. Номер 11 – Евгений Савинов. Номер 8 – Иван Стародубов. Главный тренер команды – Михаил Савинов. Тренер команды – Александр Абубекеров. И начальник команды – Олег Зарубин. Представляем хозяев футболистов Выксинского «Металлурга», которые сегодня выступают в оранжевых цветах и вышли на матч в таком составе. Ворота защищает Александр Давыдов, номер 97. Номер 15 – Алексей Трусилин, капитан команды. Номер 8 – Иван Тарасов. Номер 22 – Егор Агеев. Номер 5 – Александр Тещин. Номер 14 – Павел Загоненко. Номер 9 – Николай Яшин. Номер 18 – Владимир Фимин. Номер 11 – Алексей Косоногов. Номер 21 – Антон Мишин. И номер 7 – Андрей Шалунов. Главный тренер команды «Металлург» – Евгений Попов. Тренер команды – Алексей Абрамов. Представляем арбитров сегодняшнего матча. Главный арбитр – Дмитрий Аксенов, первая категория, город Павлово. Помощники. Первый помощник – Олег Мальянов, региональные категории, город Павлово, и Даниил Устинов, первая категория, город Павлово. Инспектор сегодняшнего матча Павел Анатольевич Корки, город Ворскла.
любители футбола. Напоминаем, что матч первого тура команда «Металлург» провела в Нижнем Новгороде и встречалась с командой «Олимпик». Сыграла со счетом 1-1. А наши гости провели матч в Богородске и проиграли со счетом 1-4. Yeah.
Мяч в ворота команды премьер-лига Кстово забил Владимир Фимин, номер 18 команды «Металлург». Мяч в ворота команды «Металлург» забил Сергей Шишкин, номер 4 команда «Премьер-лига». Счет матча стал 1-1.
Второй мяч в ворота команды премьер-лига забил Андрей Шелунов, номер 7, команда «Металлург». Счет стал 2-1, впереди хозяева. Мальчик, срочно уйти с беговой дорожки с велосипедом. Здесь нельзя кататься на велосипеде. Уходи. Thank you.
Третий мяч в ворота команды «Премьер Кстово» провел Алексей Косоногов, номер 11, команда «Металлург».